Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу вам показать свой самый лучший рецепт кексиков. И если вам интересно, то давайте начнем. Итак, для наших кексиков нам понадобится 200 грамм муки, 200 сахара, полстакана молока, масло, яйца, разрыхлитель и какао. Для украшения нам понадобятся взбитые сливки, формочка и различные украшения. Итак, мы растопили наше сливочное масло, 110 грамм, высыпаем в мисочку и высыпаем 200 грамм сахара. И хорошенько все взбиваем миксером до однородной массы. Взбиваем, чтобы это все хорошо было взбито, чтобы было такое, как масло с сахаром. Теперь по одному добавляем яички. Сначала одно яичко добавили, перемешиваем, чтобы было такое кремообразное тесто. И затем вбиваем второе яичко. И опять же взбиваем, чтобы все это было однородным. Тесто получается таким очень воздушным и очень нежным. Когда мы все это взбили, мы теперь тоже в два этапа добавляем муку. Но сначала мы добавляем в муку 2 столовые ложки, чуть-чуть меньше, чем 2 чайные ложки разрыхлителя перемешиваю с мукой. В два этапа добавляем муку. Сначала одну половину добавляю, все это взбиваю миксером, чтобы все было такое однородное, все взбиваем. Затем, когда я все взбила, я добавляю вторую половину муки. Хорошенько все это перемешиваем миксером. Теперь молоко. Молоко так же самое, в два этапа. Сначала одну половину молока, на молоко всего нужно полстакана. И остальное молоко. Тесто получается очень мягким, таким воздушным, безумно воздушное, воздушное тесто. Теперь перейдем к какао. Нам понадобится 2 столовые ложки какао и 3 ложечки чайной теплой воды. Даже можно сделать горячую воду. И делаем из какао какао-пасту. Получится такая вот кашица однородная. Ее мы высыпаем в наше тесто и хорошенько взбиваем его миксером. Тогда наши кексики получатся такими коричневыми, вот, шоколадные. Что теперь? Тесто, в принципе, наше готово. Я беру бумажные формочки и раскладываю тесто по формочкам. Наполняю половину, все, готово. И отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов на 20-25 минут. Затем мы берем и украшаем нашими взбитыми сливками наши красивейшие и нынешние кексики. Тут уже будет работать ваша фантазия, как вы хотите украсить свои кексы. Это может быть любой сливочный крем, какой вам нравится. В моем случае я выбрала сливки. И теперь посыпаю различными украшениями новогодними. У меня здесь елочки, снежинки, такие голубых горошек, звездочки, кристаллики. Все, на что работает ваша фантазия, что у вас есть. Добавляем снежиночки. Они у меня, кстати, такие достаточно большие, 3 снежинки. И, в принципе, наши кексики готовы. Я надеюсь, вам понравится. Всем приятного аппетита и увидимся очень-очень скоро. Всем пока-пока!